have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Моторвейс. У нас тут есть Цюрих и есть Веллингтон. Веллингтон у нас идет с 1 плюс 1, час пик, и с одним Моторвейм. Давайте как раз его и поиграем. Не знаю, почему-то недельные челленджи мне как-то всегда больше заходят, чем дневные. Сорян. Buy one, get one, супер. Значит, туннель-то у меня нет, есть один. Но я его сейчас использовать еще не буду. Опять же, в челленджах, ну, как бы, во-первых, тебе дают какие-то другие вводные, не такие, как в обычной игре. Во-вторых, что... Ну, ты играешь, и ты не переживаешь за счет того, что тебе нужно пройти, тебе нужно определенное количество людей отвезти и всякое такое. Ты просто наслаждаешься игрой и такой, интересно, а как будет тут? И так, оп. Поэтому. Синий. Ну, как-то вот так. Они пока будут пользоваться одной дорогой. Я, конечно, могу сделать тоннель. А почему бы мне его не сделать? Сколько у меня осталось? 16 тайлов. Сейчас будет неделя, я посмотрю, что мне дадут. Ну что, видите, сюда нужно, туда нужно. 4 светофора, давайте 2 раундабаута. Так. Вот сюда вот один поставим. Так, хорошо. Значит... Ну да, сюда их присоединяем, что нам остается. Рашауэр интересная модификация, потому что сразу дофига народу, сразу это. Может нам сделать... Понятно. Так сказать, может нам по-другому сделать. По-другому не особо и получается. Из-за того, что тут ограничение карты, я не могу там поставить перекресток, который мне надо. Отлично. Пока очень интересная схема получается через Викторию. Можно вот так попробовать сделать. А здесь вот так. Два моста, пожалуйста. Мостов у меня не было. Ну нафиг.
Может, как-то это все диверсифицировать, что ли? Ну-ка, сколько мне? 54. Или может, знаете, сейчас. Сейчас. Ладно, посмотрим, пусть пока так будет. Этот мост пока что не самое популярное направление, но я думаю, что если там сверху будет что-то появляться, мне нравится, что мы можем делать мосты любой длины. То есть нам абсолютно не важно, сколько клеточек он будет там. Через все озеро, через все озеро, через все море. Давай через все море. Вдоль реки, а не через реку, тоже возможно. Так что, в смысле, конечно, шикарно. Значит, так, да? Два моторвея. Не, давай вот это, мне плитки нужны. Вот так сделать надо. А если делать рандпаут, то, наверное, здесь. Ну, блин, тогда для симметрии этот домик нужно сюда. Вот видите. Тогда нафиг он вообще будет вниз уходить, если можно вот так сделать, а вот это вот так. Блин. Я вот тут хотела, меня она раньше не разрешала, так что давайте. Чувак взял, развернулся такой. Так, у нас там пробки небольшие, правда, но все же неприятно, что они есть. Поставить светофор, а мне его нету. Классно, я его не взял. Почему зеленые через этот перекресток едут? Почему не поехать дальше? Вот опять же, стыкаемся с той же проблемой, которая у нас в этой игре всегда. Почему нельзя поставить приоритет движения там, например, чтобы зеленые шли через вот эту дорогу, а не через эту? Гораздо проще, чтобы они шли через низ сейчас, чем они создавали бы там пробки на этих улочках. Блин. Два тоннеля, да, давай. Опять же, выход. Отрезать вот эту часть нафиг. А зеленые тогда вообще через верх едут, вы дебилы.
Желтый. Какого фига? Теперь все стали ездить через тоннель. Что, пожалуй, немножечко выгоднее. Сейчас посмотрим, как оно будет. Количество плиток у нас пока хватает, можем не экономить. Когда можем не экономить, мы можем делать всякие дикие проекты. Так что... давай 400 тефора, просто чтобы были. Еще один зеленый домик, отлично. Зеленый, получается, проезжает через три круга. Ада, чтобы добраться куда им надо. А, рифмуем сегодня. Вот. Но, по крайней мере, нет заторов. И они туда доезжают достаточно гладко. Да иди ж ты. Так, тоннели на этом у нас закончились. Давайте еще дальше, чтобы зеленые были, да? Когда я говорил еще дальше, это как бы шутка была. И тогда проще, чтобы красный сюда выходил. Офигеть, вот они. Я думаю, мне красных не хватает. Их раскидало по всему... По всей стране, по всему городу, блин. Моторвей. Да, давай. Там или мост, или вокруг, но мне проще вокруг. Вы долбанулись. Так, зеленый. Сюда. Синий сюда. А, желтый сам появился, отлично. Что еще не подключил? Да подождите, это мы еще не на 1000 даже. Блин, проблема. Мне тоннель нужен. Так-то по-хорошему.
Так. Да, тоннель, спасибо. Попробуем вот такое сокращение сделать. Желтых нифига не хватает. А, дружище. Попробуем увеличить поставку желтых. Через весь город и попробуем увеличить поставку зеленых. Блин, по-моему, я опоздал, да? А почему они так медленно едут? Посмотрите, какой тут трындец происходит из зеленых и красных. Ясно, вот я из-за этого проиграл. Но опять же, подходим к 1000, и на 1000 у нас начинает твориться бардачелло. Ничего с этим не поделаешь. Ты из-за вот этого тоннеля. Зеленые все решили сюда поехать. Вот я думал синих разгрузить. Отсутствие приоритетности, к сожалению. Ладно. Думаю, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.